Сохранивший во многом свой исторический облик, центр Ульяновска с его купеческими и дворянскими домами, памятниками, установленными в честь известных исторических личностей и событий в разные эпохи, для многих гостей города настоящий музейный комплекс под открытым небом. Для нас ежедневная реальность настолько обыденная, что многие горожане просто не замечают мелких и весьма неприятных деталей. То тут, то там возникающих, а точнее исчезающих из общего культурного пространства. Краеведы забили тревогу. Сквер Карамзина находится в ужасном состоянии. Не так давно по неизвестным им причинам объект культурного наследия федерального значения потерял ворота, стоящие с 1866 года. Это исторический памятник федерального значения, произведение, ну так бы сказали, промышленной архитектуры того времени. Вот. И каждая работа, тем более очень интересная ограда и интересные ворота, на это произведение кузнечного искусства. Раньше при помощи этих ворот сквер Карамзина запирался на ночь. Позже створки решили не запирать. А сегодня и запирать стало нечего. Одна створка, одна секция ворот. В связи с тем, что там праздничные дни в предыдущие произошло дорожно-транспортное происшествие. Они были повреждены, они были сняты. По информации администрации Ленинского района города Ульяновска, одна секция забора была отремонтирована, она восстановлена уже на месте. Итогами восстановления этой секции Управление по охране объектов культурного наследия недовольно. Районная администрация предупреждена о необходимости повторного проведения реставрационных работ. Что касается изъятия ворот, теперь они ожидают ремонта после ДТП. Но на этом история с исчезновением не заканчивается. В сквере помимо одних ворот со стороны проезжей части существует еще три аналогичных входа. Со стороны гимназии, там этих створок давно уже нет, к сожалению. И пояснить, где они, не могу. Но вопрос о том, что данный забор должен быть полностью восстановлен или подвергнуться капитальному ремонту, это однозначно, мы поддерживаем это, мы всегда на этом настаиваем. Управление не первый раз обращает внимание администрации Ленинского района на то, что сквер Карамзина давно нуждается в полноценном ремонте. По словам краеведа Сергея Петрова, кроме того, что ворота ушли в неизвестном направлении, сам сквер давно не поддерживается ответственными лицами. Ограда по всему периметру покосилась, некоторых элементов на ней просто нет. Что-то отколото, что-то отпилено. Как, собственно, и на большинстве исторических объектов областного центра. Общая примета финансирования по остаточному принципу. Анжела Башталик, Тоньшин, репортер 73.